Эх, как давно у меня не было данной рубрики. Я до сих пор помню свой первый сюрприз-микс 2018 года, состоящий из самого крутого набора того времени с Маккуином от Mattel, еще пары персонажей от этого бренда и также небольшие сюрпризы. А после данного видео у меня в основном были герои от Mattel, но пара неожиданностей также присутствовала. Особенно коллаборация с каналом Fixplay. Черт, я даже чуть не прослезился, ведь это были хорошие воспоминания. Hello, всем друзья! С вами Илья Уан. Скучали ли вы по такой рубрике, как мега-обзор? Последний ролик у меня был по данной тематике 2 года назад, и сейчас я стараюсь возродить все те рубрики, которые когда-то давно вы смотрели. Понимаю, вы уже устали ждать тот контент, который я только выпускал на постоянной основе, но вот это видео будет уже точно одним из последних, и после этого начнется ваш любимый и добрый контент. Все, вступление вышло вот таким, теперь давайте перейдем от слов к делу. Сегодня у меня будет спустя 4 года второй тематический микс, только уже по истории игрушек от Фанка, ну и плюс я когда-то говорил, что такое видео на канале у меня будет. Их всех я приобрел 12 августа прошлого года. Купил я в свое время их очень недорого, потому что не одобряю уж слишком больших цен на такие фигурки, хоть и сделаны они очень качественно. И за это время коробочки у меня неплохо потрепались. Кто-то из моей семьи и вовсе потрепал, достаточно такое дело, но все-таки я решился снимать, поскольку это будет красиво, интересно и увлекательно. Фанатам истории игрушек так точно понравится. И я решил, что сначала будут более маленькие коробочки, а затем я раскрою большие открытые, но обо всем по порядку. Итак, приступим. Когда-то мне Костя с канала Супермарк присылал одну такую коробочку Фанка Мистери Минис, и мне там достался Булзай. Правда, он уже умудрился потерять хвост, поскольку он был резиновым и легко отпал. Но, к счастью, у меня будут еще две коробочки, так что ему уже не будет одиноко. И давайте рассмотрим саму коробку. Она сделана в дизайне таких синих полос. Изображена здесь часть коллекции на ней. Само собой 2019 года выпуска. Логотип Mystery Minis. Показано, что здесь содержится один персонаж. И он будет виниловым. Сбоку есть как сайт Диснея, так и самого Фанко. И здесь имеется логотип истории игрушек 4, как такой светящийся эффект у него, но да ладно. Персонажей я тут перечислять не буду, вы уже за моим разговором из всех успели разглядеть. Вот только отмечу, что здесь представлены эксклюзивные фигурки, и это одна из разновидностей коробок, так как персонажи на них в плане коллекции могут быть разными. Я бы хотел приобрести отсюда Вилкинса или Лютика или черно-белого Булзая, было бы круто. Но раз такое дело, знаю, надоел затягивать, давайте же мы откроем ее. Ух ты! Она раскрывается как свитбокс, так еще и интересно закреплено тут все. Печально, что на клее или на скотче держится, но уж как есть, видимо. И тут, как в свитбоксах, имеется черный пакет, в котором скрывается персонаж. Вот только в отличие от них, здесь нет вкладышей сладостей, а пакет везде один и тот же. Итак, это
главный герой картины по имени Вуди Прайд. Так, коробочку мы уберем. Сделан он ярко, детализированно. Все выполнено в прикольном масштабе. И выражение лица у него немного хитрое, как мне кажется. Он одет в ковбойскую шляпу, которая сделана прикольно. Интересная у него жилетка. Логотип звезды, как значка шерифа. Стандартные джинсы и кожаные сапоги. Сзади его кольцо хорошо детализировано. Ну и у него есть еще пустая кобура, в которой должен находиться его пистолет. И где-то внизу у него написано Disney Pixar, Made in Vietnam и серийный номер. В общем, его историю появления, я думаю, не стоит рассказывать, так как вы ее всю прекрасно знаете. И, к сожалению, он менее устойчивый. Это у меня уже второй персонаж в данной коллекции. Теперь у Булзая есть его собственный товарищ и верный друг. Давайте перейдем к следующей коробочке. Ну, вторую коробочку я описывать не буду. Она точно такая же, как и предыдущая. Только еще скажу, что изначально она была в пленке прозрачной. И на крыше коробки расположился прикольный такой Вилкинс, как в настоящей своей позе, держится за четверку логотипа. И здесь переливается серебряным цветом слово «эксклюзив». Аккуратненько попробуем убрать этот скотч. И достанем следующего героя. И это у нас новый персонаж, антагонистка в какой-то степени, старинная кукла из антиквариата «Второй шанс». По году изготовления наравне с Вуди Прайдом по имени Габби. Габби. Как я скажу по коллекции серии, она попадается в 24-й коробочке. И эта кукла намного реже встречается. Итак, на ней хочу остановиться слегка поподробнее, так как некоторые товарищи не особо знают, кто она, но в общем... У нее взгляд довольно впечатлительный, так как у нее имеется охрана в виде болванчиков, один из которых, я скажу, также имеется в данной коллекции. Веснушки у нее на лице, простецкое желтое платье с белыми точками и перевязанное белым поясом. И еще ее подол украшен белыми кружевами. Убранные волосы у нее... собранные в косички и банты. И она расставила руки в стороны, будто увидела кольцо Вуди. Потому что сзади у нее, как она сама признавалась в мультике, у нее аппарат стал бракованным. И у нее снова на ботинках имеются различные надписи. В общем, моделька неплохая. Неплохо ощущается в руках, но фигурки 1000 рублей явно не стоят, особенно в такой миниатюре. Давайте же я расскажу о ней в двух словах, а потом перейдем к итогам и уже полноценным персонажам. Что ж, она появилась исключительно в четвертой части в антикварной лавке «Второй шанс», когда Вуди увидел лампу Бо Пип и подумал, что она здесь. При знакомстве с ним Габби увидела работающее кольцо и захотела всеми силами его заполучить, даже для этого привлекла кучу охранников, мечтая, чтобы с ней заговорил ее ребенок, и хоть Вуди удается сбежать, но при этом она держит в заложниках Вилкинса, где в последнем моменте и при помощи которого Габби уговаривает всеми силами Вуди сдаться и дать ей свой же модуль.
Но после неудачной попытки Габи-Габи попадает уже в руки к другому ребенку, потерявшемуся на аттракционе. Все-таки я рад за нее, что это не совсем злодейка, но точно чем-то да похоже. Ну что ж, вот она моя коллекция Funko Mystery Minis от истории игрушек 4. В целом, коллекцией я доволен, но все равно как-то Габи не особо вписывается в данную конфигурацию, хоть она и достаточно редкая. Теперь перейдем к основным героям данного обзора. Итак, у меня имеется Хрипун из истории игрушек 2 и команда Карл Младший из истории игрушек 4. Но давайте мы начнем с Хрипуна. Коробка у него сделана в обычном красном цвете. И логотип истории игрушек как бы подразумевает то, что эта франшиза затрагивает именно все три мультфильма. Это модель под порядковым номером 519. Снизу у нашего пингвинчика написано имя на английском языке. И он еще сбоку обведен белой линией. А также показано, что эта модель сделана из винила. На самом дне коробки показана личная информация самой компании Funko и ее подразделения Pop. Данная фигурка сделана в Китае, и она 2018 года. Сбоку представлена модель данной коллекции на бело-красном фоне, а сзади представлена вся коллекция, которая вышла, я так понимаю, в 2018 году, поскольку есть такая коллекция, более расширенная. Здесь мы можем наблюдать Вуди, Лайтера и Бо Пип, которые кардинально отличаются от серии по четвертой части, Хэмма, Рексу, Спиральку, База в роли миссис Несбит, нашего Хрипуна и Булзая. Лично я хотел бы приобрести Булзая такого большого, и, конечно, можно было бы Спиральку, наверное, или же Рекса. Что интересно, здесь есть подтвержденные права на реальные прототипы данных игрушек и представлен сайт мультика. Что ж, пора перейти к нашей распаковке, которая произойдет через секунду. Так что все, Хрипун на свободе. Блистер, в котором он лежал, выглядит интересно. И давайте его рассматривать. В отличие от Mystery Minis, у фигурок под серией Pop глаза всегда однотонные. В то время как на мини-фигурках они хотя бы приближены к настоящим, но хотя бы радует, что ему еще на них добавили веки. У него имеется красная бабочка. В своих крыльях он держит игрушечный микрофон, который был в мультфильме на пружинистом проводе радио. И этот микрофон окрашен в белый, желтый и красный цвета. И наверху прилагаются дырочки, которые он с удовольствием пел в конце мультфильма. И еще у него особенность такова, что внутри желтого клюва прилагается белая пищалка, поскольку, как я помню, в мультфильме он сопит и хрипит как раз из-за нее, поэтому в честь таких действий его так и назвали. Желтые ласты его объединили, потому что внизу у него будто выходит воздух из-за его писка. И здесь имеются надписи серийные, что, впрочем, о них я рассказывал. Сзади у него имеется интересный хвостик. И в целом Хрипун выполнен интересно. Я специально взял такого героя, поскольку о нем вообще мало кто помнит. Команду Карл Младший, разумеется, очень строгий персонаж как таковой. Само собой, он уже представлен в серии «Истории игрушек 4», которая была сделана через год после основной коллекции и была выпущена уже во Вьетнаме, как и наши более маленькие персонажи, можно так сказать.
У него уже номер 530. Само собой, дизайн коробки поменялся. Ну, коробка по концепции остается той же. Но вот сзади показана уже коллекция другая и побольше. Как я и говорил, Вуди, Бас и Бо Пип уже тут сделаны по-другому. И сюда добавлены пришелец, Джесси, Габби, Вилкинс, у которого есть несколько версий, Дюк Бубумс, наш Командо Карл, а также Ути и Зая, или же Банни и Даки. И внизу под силуэтом представлены все второстепенные и главные герои. Пора переходить теперь к этому военному красавчику. В данном же случае Командо Карл младший выглядит под стать обычным фигуркам, когда голова большая и она вращается, а тело в два раза меньше. У Хрипуна же такого не наблюдалось. Карл имеет строгую черную прическу, такого же цвета глаза, брови и усы, и еще у него нос и уши сделаны объемными. Затем видно, как он одет в военную форму, сложил руки, и также в локтевых суставах видно, как он вообще выглядит по функционалу с точки зрения игрушки. Еще видны на штанах его различные вооружения и карманы. И он обут в армейские сапоги. Как я помню, в четвертой части у него еще был отряд из его помощников, которые были одеты в другую форму, но создатели коллекции решили добавить именно его одного. Сзади он выглядит вполне естественно. Ну и пора немного рассказать, кто он вообще и как рядовой стал не особо известным. Итак, прототипом Командо Карла стал образ настоящего актера Карла Уэзерса, который снимался в фильме «Хищник» 1987 года. Именно там он был в военной форме и который позднее в точности был сделан, как этот персонаж из мультфильма. Но почему именно младший? Если вы смотрели короткометражку «История игрушек и ужасов», то должны помнить, что у боевого Карла была его уменьшенная копия, которая называла себя младшей. И если настоящий Карл в короткометражке нашел выход из мотеля к своему склонному хозяину, то его копия помладше, спустя долгое время, появилась в том моменте, когда Вуди и Бо Пип разговаривали между собой. Там появился тот самый отряд, о котором я сказал ранее. Была комичная сцена, когда наш солдат со своим отрядом пригласил и начал уговаривать Вуди и Бо Пип на юбилей в песочнице. Но когда Вуди сказал, что нужно вернуться к ребенку, Карл-младший посочувствовал ему и пожелал удачи. А Бо сказал, что ждет в песочнице и замаршировал дальше. Также в самом мультфильме на заставке один из его отрядов получает свою вожделенную пятерку от Дюка Бубумса. В общем, история интересная, и я думаю, что вы могли что-то отсюда вспомнить. Итак, вот и мега-обзор подошел к концу. В итоге мы получили вот такие интересные наборы от Фанка, как Поп, так и Мистери Минис по вселенной истории игрушек. Я надеюсь, вам понравилась данная рубрика и вы зарядились достаточной ностальгией. Совсем скоро вы увидите свой любимый контент, поскольку я уже затянул с этим предостаточно. Это был канал Илья Уван, еще увидимся в других обзорах и видео, и всем пока!